В Минске прошел благотворительный турнир по спортивно-боевым единоборствам. Событие проходит уже пятый год подряд и собирает все больше молодежи со всей страны. Что важно, спортсмены сражаются не столько за медали, сколько за своих ровесников в психоневрологических интернатах, в помощь которым и будут направлены все сборы от проведения турнира. У нас спортсмены сражаются в кои-то веки не за то, чтобы себя прославить, а чтобы своим мастерством, навыком кому-то послужить, принести пользу своим талантам. Эта идея, конечно, такая очень христианского содержания. По словам организаторов, спорт развивает в человеке самодисциплину и выносливость, учит преодолевать себя. А ведь эти качества необходимы каждому христианину в борьбе со грехом. Очень много наши святые отцы в нашей аскетической и духовной литературе взяли как раз из спортивных областей, перенесли в план борьбы с грехом. Само слово «аскетика», «аскео» по-гречески, значит «упражняюсь», а это как раз спортивный термин. Хоть спорт и прекрасный инструмент для развития в христианском смысле, он сопряжен и с гордыней. Именно поэтому так важно общение спортсменов со священником. Любой спорт – это дисциплина и самоограничение. То, что нормальные христиане делают в посту, спортсмены делают каждый день. Конечно, есть аспект гордыни, но, собственно, мы для этого работаем со спортсменами и говорим с ними постоянно, чтобы этого момента как-то постараться избежать. Примечательно, что призы и сертификаты об участии в турнире спортсмены получали за подписью митрополита Филарета, почетного патриаршего экзарха всей Беларуси. Наш митрополит Филарет столько лет возглавлял белорусскую церковь и заслуженно получил это звание Герой Беларуси. Вот это, конечно, знаковая фигура, это символ нашего общества. Он благословляет наш турнир. От его имени мы вот вручаем сейчас здесь спортсменам, победителям эти призы. По окончании турнира всех участников пригласили на праздничный концерт. Его главные зрители – насельники психоневрологических интернатов, в помощь которым и был организован турнир. Для ребят выступали артисты белорусской эстрады, спортсмены из национальных команд по акробатике, карате, рукопашному бою. Завершился праздник вручением ребятам подарков и колокольчиков. По словам организаторов, после общения с ровесниками из интернатов, юные спортсмены начинают по-другому смотреть на свою жизнь и свои проблемы. Соберемся все вместе, друзья! Эй, до утра будем петь, веселиться! И на песню, как есть, целовать, наплясать! Пока кто-то не кричит! С Рождеством, ребята! Информационно-православный портал «Собор Бай» для телеканала «Союз».